Альба Регия. Это похоже на название цветка, между тем это город. Для меня в этом названии вся моя жизнь. Здесь я родился, здесь прошло мое детство. И здесь я встретил того, кого не могу забыть. Это было 15 лет назад. Nacht, meine Herren. Tschüss, Herr Doktor. Gute Nacht, Herr Doktor. In 3/4 Stunden sind wir wieder da, Herr Doktor. Danke. Der Name? Abujol. Den Passierschein? Кто вам нужен? Доктор Хайнел, я к нему. Это я. Впустите меня. Мне не здоровится. Хорошо. Электричества, к сожалению, нет. Прошу. 26 ступенек. Откуда вы? Беженка из Трансильвании. Пожалуйста, налево, по коридору. Дверь не заперта. Извините, я уезжаю, здесь такой беспорядок. На что вы жалуетесь? На боли в сердце. Сейчас они участились. Участились? В этом нет ничего удивительного. Я не говорю, что это удивительно. Ну что ж, снимите пальто, ложитесь на диван. Сейчас я освобожусь, сию минуту. Пожалуйста. Я только приготовлю чай. К сожалению, я могу вас только осмотреть. Я не занимаюсь частной практикой, и лекарств у меня дома нет. Кроме того, я трое суток не спал. А утром рано уезжаю из госпиталя в Германию. Вы спите?
Хайнал! Доктор Хайнал! Доктор Хайнал. Доктор Хайнал, вы не знаете, где доктор Хайнал? Вон там. Готово. Доктор Хайнал. Здравствуйте, Конрад. Мы вас ждем? Хорошо. Скажите, пожалуйста, сестре, что принесла еще бинты. Ну что, какие бинты? Мы сию минуту отправляемся. Да. Но остальных вы перевяжете в пути. Несите всех в машину. Перевяжите, пожалуйста. Идите уже. Идет блестяще, господин майор. Я еще никогда не участвовал в такой приятной эвакуации. Я готов. Господин главный врач, прибыл новый транспорт раненых. Немедленно несите их прямо в операционную. Сестра, приготовьтесь к операции. Вы с ума сошли. С минуты на минуту здесь будут русские. Неуместный гуманизм. Они расстреляют вас и только. Не все ли равно, где умирать? Счастливого пути, Конрад. Ну вот, теперь дали свет. Как всегда, когда он уже не нужен. Ваш ужин, господин доктор. Вы с утра ничего не ели. Вы ли это, сестра? Платье разорвалось и испачкалось. Пока я приведу его в порядок, похожу в этом. Вот и вы женщина. Я раньше как-то этого не замечал. Позвольте пригласить вас на ужин. Пожалуйста, мадам. Пардон, мадемуазель. Господин доктор. Да? Господин доктор, что с нами будет? У меня не было времени задуматься над этим. Я боюсь. Жаль. Надо, чтобы хоть один из нас не боялся. Говорят, что русские всех расстреливают. Из церквей делают кинотеатры. А священников отправляют в рудники. Как вам сказать? Меня это мало беспокоит. Я не хожу ни в кино, ни в церковь. Беженцы рассказывают, что они ввели систему котелков. Каждому выдают по котелку, а все остальное отбирают. И все у них общее. И женщины тоже. Ну что ж, это как раз не так уж плохо. Ну вот опять. Вы шутите, а мне страшно. А вы не думаете об этом, сестра.
Вы хорошо знаете историю Венгрии? Когда-то учила. А помните ли вы, чтоб мы когда-нибудь выигрывали войну в союзе с немцами? Не помню. И не вспомните, потому что этого никогда и не было. А много вы знаете государств, которые бы не стремились нас уничтожить? А это надо бы знать. Так вот, все стремятся нас уничтожить. Для нас лучше всего было бы, пожалуй... Дай-ка фонарик. Сейчас. Подожди. Вот он. Доктор Хайнал! Доктор Хайнал! Это я. Пожалуйста, авто. Идите, идите. Пальто наденьте. Холодно. Ну, пальто наденьте. Сестра, бросьте мне пальто. Если я к утру не вернусь, то... Впрочем. Стой, стой! Все, поехали! Здравствуйте, господин доктор. Здравствуйте, господин бургомистр. Курить нельзя, потушите. Останови! Я ни в чем не виноват. Меня здесь все знают. За что вы меня арестовали? Я пекарь. Все могут подтвердить, что я пек хлеб немцам по принуждению. Идите. За что же вы меня? Я ни в чем не виноват. О! Честь имею кланяться, господин бургомистр. За что они меня... Перестаньте, господин Минцян. Сейчас я ничем не могу вам помочь.
выходите. Выходите, выходите. Ну, пожалуйста, слезайте. Тешек, Тешек. Да выходите же, выходите. Встаньте к той стене. Повернитесь ко мне. У кого есть оружие? У меня нет. У меня тоже. Вы кто такой? Я пекарь, но я ведь ничего... Подождите здесь. Вы? Я бургомистр. Подождите. Вы? Помощник начальника электростанции. Садитесь в машину, поедете дальше. Вы? Врач-хирург. Где работаете? В госпитале. Пройдите в этот дом. Вы? Главный архитектор города. Идите за доктором. Вы? Я пастор. Останьтесь здесь. Вы? В госпитале сейчас есть раненые? И немцы тоже? Почему же их здесь оставили? Их привезли непосредственно перед отправлением в больницу. А почему вы не уехали? Тем более. Я венгр. А если уж мне нужно умереть, мне хочется умереть на родине. Пожалуйста, если вам действительно этого хочется. Громкие слова, доктор. Садитесь. На меня. Я думаю, не так. Оборудование госпиталя сохранилось? Все увезено. А медикаменты? Перевязочный материал? Даже мало для тех, которые там сейчас находятся. Сколько раненых вы можете сейчас принять? А если получите все необходимое? Заполним даже коридоры, говорит. Составьте список всего, что вам нужно. Так вот, для вас мир уже наступил. Продолжайте руководить госпиталем. Вы главный архитектор города? Да. Пройдите в ту комнату. Там карта города. Думайте лучше о жизни, доктор. О живых. Gondoljon az életre, doktor, az élőkre. Luka.
Сестра! Сестра! Ну, где же вы? Господин главный врач. Господин главный врач, доктор Ласло Кох, солдат рабочей роты, осмеливается доложить вам... Лаций! Господин главный врач, привезли белье. Ты голоден? Да. Тогда мойся, поешь и ложись спать. Завтра будет много работы, сестра. Они все дают. Одеяло, лекарства. Кровати расставим в коридорах. Значит, и я... Доктор Кох, я главный врач госпиталя. А вы с сегодняшнего дня заведующий терапевтическим отделением. А сейчас немедленно в ванну. Сожгите всю эту одежду. И вместе с ней все тяжелые воспоминания. Вы, врач, и будете носить белый халат. Слушаюсь, господин доктор. Прошел всего один месяц. И снова здесь немцы. А я как волейбольный мяч из рук в руки, будто я морская свинка или обезьяна, над которой ведут наблюдение. Ужасно противно. Значит, так угодно Богу. Скажите, а у вас не бывает желания хоть один раз сделать то, чего вам хочется, а не только то, что угодно Богу? Я говорю о земных желаниях. А какие у вас желания? И черт его знает. Человек всегда чего-то ждет. А чего? Он и сам не знает. А ваши предсказания насчет системы котелков и общих женщин так и не оправдались. Это очень жаль. А, пойду домой. Сейчас сюда придут немцы. Если боитесь, наденьте снова свой монашеский наряд. Хераль? Здравствуйте. Мы виделись. Когда же это было? Месяц тому назад. Что ж, входите. Спасибо. Поставьте чемоданы. Если я буду нужна, позовете, господин доктор. Я думал, вы тоже уехали. Почему вы так думали? Ну, не очень-то приятно остаться одной за линией фронта. Оттого я и пришла сюда. Разрешите мне остаться в госпитале. А почему именно у меня? Я здесь больше никого не знаю. Я не могу вас принять. У нас нет белья, нет топлива. Это не важно. Нет никаких продуктов. Не важно. И вообще через неделю я должен буду выписать всех гражданских больных. Но ведь это же через неделю. А если спросят, почему вы здесь? У меня больное сердце. Вы же знаете? Я этого не знаю. Но можете узнать.
Ну, хорошо. Раздевайтесь. Ложитесь, только спустите комбинацию. Давно начались боли? Когда началась война. Вы что, выполняли трудную работу? Да. Какую? Разбирала развалины и выносила трупы. Угу. Опустите руку и дышите свободно. Вы чем-нибудь взволнованы? Нет. Дышите. Дышите глубже. Можете одеваться. За осмотр вы мне ничего не должны. Сердце у вас в порядке. И не думайте, что я боюсь. Я врач, а не политик. Я не хочу участвовать в этой войне. Меня не трогали русские, но и немцы тоже не трогали. Я лечу больных, и меня интересуют только их болезни. Я понимаю. А вы не могли бы перебраться к своим? Ну, конечно, могла бы, если бы я этого хотела. Подождите, выпейте хоть чаю. Нет, благодарю вас. Я и так потеряла много времени. Они здесь. Хайль Гитлер! Фельдфебель Лобке. Доктор Хайнал. Мне приказано обыскать все здание. Пожалуйста. Есть в госпитале кто-нибудь, кроме вас? Наверху в двух палатах гражданские больные. А здесь? Это моя личная комната. Прикажите сестре сопровождать нас. Если нужно, я и сам могу пойти. Нет, вас я сейчас же должен доставить в комендатуру. Позвольте мне запереть свою комнату. Пожалуйста. О, вы прекрасно выглядите, господин доктор. Ни малейших следов усталости. Приятно слышать, господин капитан. А мне приятно, что вы не значитесь в списках ни одной из партий. Это делает вам честь. Я никогда не занимался политикой. Да. Но это имеет и свои отрицательные стороны. Я вас не понимаю. Я говорю о докторе Кохе. Доктор Кох врач, как и я. И он прекрасно знает свое дело. Доктор Кох еврей, он осмелился нарушить наш приказ и скрывался в городе. Вы не могли бы сказать, кто его прятал? Об этом мы никогда с ним не говорили. А о чем же вы говорили? Вам жарко. Странно, а я просто дрожу от холода. Так о чем же вы с ним говорили? О больных, о делах госпиталя, mm-hmm. о методах лечения, об операциях. Вы с ним работали еще до войны? Да. Но может ли быть, чтобы старые друзья в течение целого месяца говорили о таких скучных вещах? М? Откровенно говоря, мы
Очень редко виделись. Я работал в операционной, он в палатах. Врачей было мало, а работы по горло. Лечили русских. Госпиталь – нейтральное учреждение. Однако в этом нейтральном учреждении было убито 10 немецких солдат. Я ничего об этом не знал. А что произошло здесь с нашими ранеными? Что вы хотите? Я предпочел бы, чтобы вы отвечали, а не спрашивали. 10 человек умерли от ран, остальных после излечения отправили в лагерь для военнопленных. А что, эти 10 солдат скончались во время операции? Нет, операции прошли удачно. Значит, из операционной их вынесли живыми? Да, но... А куда их поместили после операции? В палаты. Так, а вы только что сказали, что в палатах работал доктор Кох? Да. Значит, доктор Кох повинен в смерти этих 10 солдат. Ну, позвольте. Благодарю вас, доктор. Вы подтвердили наше предположение. Теперь понятно, почему доктор Кох бежал из города после ухода русских. Извините, что я говорил с вами немного резко. Прошу вас. Итак, наш приговор справедлив. Сегодня утром мы поймали доктора Коха и повесили его. Он висит на главной площади, и на шее у него доска с надписью «Пусть знают все, что ждет убийц наших солдат». Не думаете ли вы, что настало время пересмотреть ваши взгляды на нейтралитет? Спасибо, что вы помогли нам. Благодарю вас, господин главный врач. Вы свободны. Я рад, что вы так легко отделались. Это могло кончиться значительно хуже. Ну, вы отвечали правильно. Да. Конрад. Что? Вы ведь в первую очередь врач, а не солдат. Скажите откровенно, сколько русских раненых вы убили? Не понимаю. А вы можете допустить, что врач... Хотите венскую сигарету? Жена прислала. Видите ли, я уже 5 лет в армии. И чем дольше я служу, тем больше становлюсь солдатом и меньше врачом. Ну, сейчас вам нужно отдохнуть, завтра привезут раненых. Всего хорошего. Все в порядке? Да, господин главный врач. Вот так просто? Да. Вы ее очень любите. Идите, а то вы здесь замерзнете. Сколько вам лет? 24. Вы давно в армии? 3 года. А до этого вы что делали? Это допрос? Ну что вы? Я просто хочу узнать о вас хотя бы минимум того, что полагается знать о человеке, с которым живешь под одной крышей. А какой вы врач? Как какой? Ага, понимаю. Я хирург. А почему у вас здесь электрокардиограф? Да так. Продавали в рассрочку, я и купил. Но я им почти не пользуюсь. А вы долго пробудете здесь? Думаю, что недолго. Ну, а потом что? Поеду в Берлин. У вас там друзья? Нет, враги.
Ну что ж, дома я редко бываю, беспокоить не буду. Все, что здесь есть, к вашим услугам. Хозяйничайте, как хотите. Да, вы, наверное, устали, ложитесь. Меня вы можете не бояться. Я не собираюсь злоупотреблять тем, что... Я понимаю. Вы меня тоже не боитесь. И я не собираюсь злоупотреблять. Что вы хотите этим сказать? То же, что и вы. Диагноз? Воспаление слепой кишки. Что? Аппендицит. Совсем как в мирное время. Действительно, это звучит просто невероятно. На 4-м году войны солдата привозят с передовой в госпиталь не раненого, а с самым обыкновенным штатским аппендицитом. Усыпите его. Оперировать будут закрытыми глазами. Я не в силах смотреть на такое. Другое дело ампутации ноги или резекция легкого. Но воспаление слепой кишки... Готово? Готово. Пульс? Нормальный. Желаю вам, молодой человек, чтобы эта операция оказалась самой сложной в вашей жизни. Это совершенно как прострел живота. Только здесь пуля входит не снаружи, а изнутри. Как давно я не делал такой операции? Крючок? Господин Конрад тоже пришел? Нет еще. Тогда после этой операции перерыв. Сестра, вы опять меня волнуете своим нарядом? Признайтесь, вам ведь совсем не хочется снова надевать свою монашескую одежду. Это грешно, господин доктор. Сейчас война и... Война когда-нибудь кончится. Но я не поручу, что когда это наконец произойдет, вы не превратитесь уже в прах земной. Пришел майор Конрад. Благодарю вас, сестра. Мне хочется не только зашить этот живот, но и вышить на нем что-нибудь. Давно не делал такой приятной операции. Ну все. Сестра, запишите, пожалуйста, что я сдал дежурство и ушел домой. Хорошо. Вы получили мой ужин? Да, он лежит у вас на столе. Спасибо. Извините, я задержался. Ну, какие пустяки? Наши применили новое оружие. Сообщите об этом венгерскому персоналу. Хорошо, сообщу. Желаю удачи. Форвард. Господин майор уже снял пробу, господин главный врач. Знаю, я пришел за своим ужином. А разве сестра не отнесла его вам? Не думаете ли вы, что я хочу получить два ужина? Черт его знает, что за неразбериха. Кто-то сажал ужин господина доктора. Извините, господин главный врач, я совсем запутался. Здесь еще хуже, чем на фронте. Ничего, ничего. Добрый день. Не входите сюда, я купаюсь. Опять? Когда я уходил, вы тоже купались? О, я так долго была лишена этого, что готова купаться хоть каждый час. Выходите скорей. Ужин готов. Отвернитесь, пожалуйста. Пожалуйста.
не рассердитесь, если я кое о чем спрошу вас? Спрашивайте. Вы что, сами не едите или воруете то, что мне приносите? Ворую. Ну, ешьте. Я очень голодна, не смотрите, мне стыдно. Хотите молока? А оно есть? Есть. Где? На улице Святого Иштвана. Знаете, кто этот Святой Иштван? Это король. Хороший король. А как он стал святым, вы знаете? Какие-то чудеса творил. Да, и какие? Вы верите? Не верю. Надеюсь, он на меня за это не обидится. А у вас в России есть такие квартиры, как моя? Есть. С ванной? Конечно. Есть что-нибудь такое, чего у вас нет, а у нас есть? Есть. Что же это? Господа и слуги. Ну, пойду за молоком. Но вы же устали. Ничего. Мне даже полезно прогуляться. А когда вы гуляли в последний раз? О, очень давно. Где? На берегу реки. С кем? Одна. Мне тоже нравится гулять одному. А я не говорила, что мне это нравится. Извините. Вот и молоко. Где вы? Thank you.
Что случилось? Я тоже ходила гулять. А почему вы бежали? Потому что за мной гнались. Но мне удалось уйти. Я никогда не думал, что вы так безрассудны и так легкомысленны. Если бы я знал это раньше, я бы запер вас. Вы должны это прекратить, слышите? В этом доме нет войны. И вы думаете, что стоит вам только захотеть, как войны не будет? Я говорю не о себе, а о вас. Сегодня за вами гнались. Завтра по вас будут стрелять, а послезавтра вас убьют. Вам 24 года. Неужели вам надоело жить? Зачем вы все это делаете? Кому это нужно? Разве вы можете что-нибудь изменить? Вы же бессильны. У войны свои законы. Почему вы не хотите просто радоваться жизни, свежему молоку, горячей ванне? Даже ночью вы не знаете покоя. Думаете, я не знаю, что вы до самого рассвета сидите на краю постели с пистолетом в руках? Зачем вы мне это говорите? Потому что я ее ненавижу, эту вашу проклятую войну. Почему нашу? Потому что бои в Венгрии давно уже идут не за Венгрию. И за нее. Но на берегах Волги, хоть она и далеко, это понимает лучше, чем здесь. Ну, хорошо. Снимите пальто. Вы пришли не только из другой страны, но и из другого мира. У вас и мысли другие, и правда другая. А может, у вас и счастье другое? Думаю, что нет. Идите, откройте. Это мы. Извините, что дерзнули нарушить ваше одиночество. Но когда человек долго живет один, он становится излишне сентиментальным. Надеюсь, мы не помешали. Это все мои друзья. Хельмут, Фриц, Карл, остальные пусть представятся сами. К сожалению, здесь нет света. Что ж, проходите, пожалуйста, 26 ступенек вверх. Кажется, хотите сказать, что вы совсем не так уж одиноки? Я сейчас. Мужчина? Нет, женщина. Ну, доктор, как вам не стыдно? Мне вы могли бы это сказать. Нет, нет, что вы. Это одна моя больная. Так что, входить нам или уходить? Входите, прошу вас. Прошу. Разрешите представить вам моих боевых друзей. Хельмут. Кёниг. Карл. Базель. Рихард Бухольц. Хай Гитлер! Фон Хоффман. Штраус. Фон Шнайдер. Глёбке. А теперь представьте меня, господин главный врач. Конрад, полковой врач, начальник госпиталя. Поздравляю вас, коллега. Если господин доктор не справится с лечением, я с удовольствием предложу свои услуги. Раздевайтесь, господа. Да-да, прошу вас, чувствуйте себя как дома. Стоит мне услышать вальс, как я вспоминаю Вену. Это ваша родина? Угу.
А вы бывали в Вене? Пока нет, но надеюсь, что буду. Разрешите пригласить вас на вальс, фройлен. Да, вот сюда. Спасибо. Господа, в этом гостеприимном доме, в обществе столь прелестной дамы, среди наших союзников я предлагаю поднять бокалы за наше новое оружие, за нашу победу. Халь! Халь! О, за победу нужно пить до дна, господин майор. Да, конечно. Я пью до дна. Прошу вас. Благодарю. Прошу. Прошу вас, закуривайте. Благодарю вас. Нет, 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 нет. Сегодня огонь даю я. Это трофей. Красиво, не правда ли? Наливай, Карл. Хельмут коллекционер. Да, но он исключительно корректен. Это трофей на память только тех, кто побывал в его руках. И много их у вас? Да, со всей Европы. Ваше здоровье, фройлен. Пожалуйста. За победу. Господин доктор. Это приятный сюрприз. Разве я не говорил вам? Она беженка из Трансильвании. Не приютить ее я не мог. И вы хотели скрыть это? Но ведь если человек во время войны, вместо того, чтобы заниматься политикой, поселяет в доме женщину, он абсолютно благонадежен. Я думал, что лучше не говорить об этом. Зря. Это великолепно и целиком в вашу пользу. С вашего разрешения я доложу об этом. Разумеется, в правильном освещении. Благодарю вас. Вы очень любезны. И распоряжусь, чтобы с сегодняшнего дня вам выдавали двойной паек. Говорят, что венгерские женщины... Ну, господин майор... Завидуешь вам, господин доктор. Да, верно говорят, если хочешь повеселиться, иди к венграм. Она восхитительная. Какой темперамент. Так вот и ждешь, что все вокруг взорвется. Взрывы на войне обычная вещь. Верно, вы уж не ревнуете. Ну, неужели вы совершенно не чувствуете поэзии? Обидно, что такая девушка может жить с вами под одной крышей. Выпейте
со мной, господин доктор. Спасибо. Вы не возражаете, если я... Пожалуйста. Вы очень бледный, Карл. Сердце пошаливает. Ваше здоровье. Будьте здоровы. Я вижу, у вас есть электрокардиограф. Проверить вас? Я бы с удовольствием, но неудобно сейчас здесь. Ничего. Пойдемте. Что вы там делаете? Проверяем работу сердца. О, это тонкий аппарат. Исследуйте и меня. Пожалуйста, милости просим, дамы и господа. Пожалуйста, подходите. Каждый снимок стоит одно пенги. Военным и детям 50% скидки. Вы извините, я не заметил. Как это могло случиться? Ах, господин лейтенант, мне стыдно за вас. Как можно сапогом наступить на такую ножку? Как будто ничего страшного. Думаю, что серьезных повреждений нет. Но все-таки, как это ни прискорбно, танцы придется прекратить. Тогда займемся тотальной проверкой сердец. Извините, я на минутку. Там в аппарате рация. Рация? Извините. Но я очень захотел пить. У меня после вина всегда такая жажда. Пожалуйста. Так начнем же. Господин доктор, мы вас ждем. Благодарю доктор, вас. Проверьте мое сердце. Может быть, у меня порог. Я его давно не включал и даже не знаю, работает ли он. Я заставлю его работать. Я же инженер-связист. Смотрите, он прекрасно работает. Я этого скорее никогда не видел. Мы тоже хотим. Ну что, доктор? Альба-регия. Вот что у тебя на сердце. Не выключайте, может, он еще что-нибудь покажет. У него азбука Морзе на сердце. Я такого еще никогда не встречал. Больше ничего нет. Интересно. Здорово. Забавно. Да. Куда включен ваш аппарат? В городскую сеть. В городскую сеть? Завтра я к вам заеду и исправлю его. Но если вы хотите, я могу посмотреть его сейчас. Спасибо, но это не к спеху. Ничего, я все-таки посмотрю. Что такое? Ну вот, и как раз в эту минуту. Господа, по-моему, это само небо подает нам знак, что пора уходить. Ну что вы, господа, посидите еще. У меня есть свечи. К сожалению, я должен идти на дежурство. Да-да, нам пора уходить. А я с удовольствием бы остался. Спокойной ночи. Придется аппарат посмотреть в другой раз. До свидания. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Благодарю за эти несколько часов мира. Спокойной ночи. Я не сердце, а азбука Морзе. Альба-регия. Альба-регия. Я Альба-регия. Я жива. Только что отсюда ушли немцы, я не могла сейчас говорить. Сейчас же прекратите. Альба-регия. Вы слышите? Прекратите. Я Альба-регия. Альба-регия. Мне это надоело. Неужели? А мне, думаете, не надоело? Не надоело скрываться и прятаться, не иметь права забыться ни на минуту? Думаете, мне это очень легко? И я хочу слушать музыку, а не приказы. Я хочу, наконец, хоть одну ночь спокойно уснуть. Или, может, вы думаете, что мне не страшно? Что я не люблю жизнь, как все люди? Я очень люблю жизнь.
Ну, не надо. Куда вы? Я ухожу. Если меня арестуют, арестуют и вас. И если вы даже все расскажете, это не поможет, они вас все равно расстреляют. А вы знаете далеко не все. Тогда зачем вы мне это говорите? Так, не знаю. Я вас не отпущу. Я не могу больше подвергать вас опасности. Вы и так достаточно рисковали. А моя война еще не закончена. Живите спокойно. Спокойно спите. И ужины вам больше воровать не придется. Я ничего не боюсь. Слова сейчас не имеют значения. Сейчас только своей жизнью человек может доказать, на что он способен. И все-таки я вас не отпущу. Не будьте сентиментальны. Я люблю вас. Сейчас война. Война? При чем тут война? Разве когда идет война, нельзя любить? Раз война, значит, вся жизнь кончилась. А мне ведь совершенно все равно, кто вы и чем занимаетесь. Я просто радовался, что вы рядом. Я не могу остаться. Вы никуда не уйдете. Остановитесь. Остановитесь, прошу вас. Остановитесь. Я тайком повторял это название, когда мы переодевались перед операцией. И тогда докторский халат казался мне королевской мантией. Хорошо, что человек у тебя на память. Он может вспоминать каждую минуту прожитой жизни. Все мои воспоминания связаны с вашим именем, Альба. Война скоро кончится.
Вы думали, что будет после того, как закончится война? Будет мир. Но это еще не все. Здесь мир уже наступил. Если бы это было так, меня бы здесь не было. Тогда я рад, что идет война. А месяц назад я даже не знал, что вы живете на свете. Теперь знаете. Объясните, пожалуйста. Что? Что вы хотели сказать этой фразой? Человек своей жизни доказывает, на что он способен. Только то, что сказала. Альба, после войны вы вернетесь домой? После войны все возвращаются домой. А если я попрошу вас остаться? А если меня там кто-нибудь ждет? Ждет? Нет. Святой Иштван тоже женился на иностранке. Почему тоже? А как же? Что вы хотите сказать? Только то, что сказал. Но вы так и не ответили на мой вопрос. Вы останетесь со мной? Я солдат. И не могу распоряжаться собой. Ну, а когда кончится война? Я не знаю. Вы должны знать. Нет, не знаю. Вы что-то скрываете. Война еще не кончилась. Аль. Здравствуйте. Когда я вижу вас, я вспоминаю Неаполь. Могу вас подвезти, хотите? Прошу. Вы, конечно, вышли прогуляться. Да, подышать. Это полезно для здоровья. Но мне уже пора в госпиталь на дежурство. А вы помните Альбу Регию? Когда вы включили электрокардиограф? А я еще думал, это сердце Карла. А что это было? Это был радиопередатчик. Потом я слышал эти позывные в своей машине. А у вас это еще продолжается? Откровенно говоря, я больше его и не открывал. А, ну вот уже и госпиталь. Разрешите, я сойду. Останови. Благодарю вас. Я не тороплюсь. Если вы не возражаете, я провожу вас. Спасибо. До свидания, господин доктор. Прошу. Меня очень заинтересовала эта история. Вы разрешите зайти к вам? Пожалуйста. Я все-таки хочу выяснить, что это за радиопередатчик? Добрый вечер, господин майор. Здравствуйте. Вы удивительно точны сегодня, господин главный врач. Хельмут довез меня на машине. Хельмут? А где он? Сейчас он... Уважает мою жену. Надеюсь, вы не ревнивы? Хотя Хельмута женщина не интересует. Да. Угу. Слышите? Слышу. Да, начинается веселенько и предстоит вам ночка. Да. До свидания, господин доктор. Утром я приду вовремя. Да, господин доктор. Мне нужно домой ненадолго. Если я буду нужен, позвоните мне, пожалуйста. А если я не вернусь к утру, словом, я иду домой. Thank you.
будут искать, а Конрад знает, где он. Тогда надо его унести. Я унесу его. И сразу пойду в госпиталь. К утру я вернусь. А вы подождете здесь. Нет. Мертвый. Нет, еще жив. А вы кто такой? Я врач. Иду на дежурство в госпиталь. Будете оперировать? Да. Я бы хотел присутствовать. Хорошо, пожалуйста. Он будет жить? Пока неизвестно. Сестра, прошу вас, приготовьте все к операции. Вы будете помогать, сестра. Ассистентов не нужно. Проводите их в операционную. Тампон. Крючок. Зачем вы пришли? Я люблю вас. Вы должны уйти. Я останусь с вами. Уходите, Альба, бегите. Можете сообщить, что лейтенант будет жить. Тихая сестра, словно снова надели монашеский наряд. Я всегда тихая, господин доктор. Нужна кровь для переливания. Положите лейтенанта в вашей комнате. Ключ держите у себя и никого к нему не пускайте. А вы, господин доктор? Что я? Вас разве здесь не будет? Нет.
Я буду здесь. Ну что ж, операция закончена. Пойду вызову дежурных. Они отнесут больного. Два человека в операционную. Нужно отнести больного. Заложите окна мешками с песком. Нет, начните не отсюда, а с палат. Что случилось? Прибыло 10 машин раненых. Сестра, подготовьте обе операционные. Хайль Гитлер, где доктор Коннор? Его нет, а что это значит? Мне приказано установить 3 пулемета на крыше госпиталя. Госпиталь запрещено вносить оружие. Я только ставлю вас в известность, Хайль. Что случилось? Русские наступают. Дайте мне передник. Русские стреляют по госпиталю. В операционной должна быть тишина. Закройте дверь, пожалуйста. Господин начальник. Не мешайте. Русские стреляют, потому что на крыше стоят пулеметы. Заканчивайте операцию. Господин майор, простите, я должен... Почему вы мне не доложили, что на офицера совершено покушение? Я ничего не знаю. Где был Хельмут вчера вечером? Доктор Хайнелл сказал, что он пошел к ним. А где сейчас доктор Хайнелл? Операционный. Вызовите его. Он оперирует. Пусть прекратит. Слушаюсь. Господин доктор, прекратите операцию. Вас вызывают на допрос. Что с Хельмутом? Жив. Закончу операцию, приду. Идите сейчас же. Зажгите лампы. Я до сих пор никого не убивал. И не собираюсь это делать. Доктор Хайнелл. Положите мешки обратно! Уберите больного! Господин доктор? Скорее, скорее, остались считанные минуты. Я тюльпан, тыл, отзовись, я тюльпан, тыл, отзовись, прием. И ты поищи. Я тюльпан, тыл, отзовись, прием. Альба-Рыбья, я Альба-Рыбья. Жду дальнейших указаний. Альба-Рыбья, я Альба-Рыбья. Жду дальнейших указаний. Thank you.
Альба Регия. Это похоже на название цветка, между тем это город. Город, который для меня значит все. Здесь я родился. Здесь провел детство и юность. Здесь я встретил Альбу, которая так и не вернулась. Она уехала в Берлин. И там погибла. А я все-таки жду ее. Жду.